Но здесь авторазборкой пахнет. Стоянка. Да. И много-много кабин. Заброшенные старинные здания. Поселок Спутник. Да, здесь все-таки такие экологически чистые зоны. Я смотрю, где-то сосновый лес, где-то березовые рощи. Но то, что вот проходит скат совсем рядом, это, конечно, играет не в плюс. Первую пробочку мы отстояли на светофоре возле Звенигорода. Здесь у нас 20-этажки, наверное, стоят таким плотным застроем. Но зато в окружении леса из елей и сосен. Что у нас на часах? Ай-яй-яй. Какие здесь заплатки наделаны. Аж шишка вылезла. На часах у нас 18:34. За бортом 10,5 градусов. Проехать нам еще надо 98 километров. Ну, как мне сказали, определенного часа нет. Но постарайся ехать побыстрее. Ну уж вот насколько мне дорога позволит, будем ехать побыстрее. Главное еще, чтобы тут на камеры не налететь. Ух, каким высоким забором оградили город. Даже дома еле-еле видно. А вообще, конечно, красивые фасады сделали. Не на всех, но на некоторых симпатичные.
посмотрел я, друзья, что ЦКАД у нас стоит. Больших Вяземых. Большие Вяземы. И решил я свернуть на Шарапов. Вот у меня как раз Яндекс показывает, где я рядом иду. С ЦКАДом. Но выйду я раньше. Раньше Большие Вяземы. Поэтому я думаю, что здесь получится быстрее. И вот она уже как раз у нас и Шараповка. Тут только бы еще переезд не закрылся. Смотри в оба, остановись до переезда, чтобы не перечеркнуть свою жизнь. Вот это прогибы. Все вот эти резиновые подушки. Как по вате едешь. Но зато здесь нет очереди. Движение здесь не плотное. Мы довольно-таки быстро сейчас, я думаю, что дойдем до Т-образного перекрестка. И повернем пока в сторону Москвы. И потом нам вот придется толкаться на переезде. Тут уже никуда не денешься. Ну, если только пойти через Жаворонки, но там грузовикам запрещено, можно нарваться на штраф. Но сейчас доедем поближе и на месте разберемся. Мы уже практически выходим. Подходим, точнее. Большим Вяземом. Вот они и уже здесь. Точнее, мы уже здесь. Так, а здесь можно из правого ряда поворачивать налево. Так что встанем, мы займем более удобную позицию. Направо у нас Можайск, налево у нас Москва. Ай-яй-яй, встали, а фура-то как раз направо заворачивает, а тут какое-то столпотворение. Но я думаю, 30 секунд нам хватит, да, если бы только фура вперед продернула. Ай-яй-яй-яй-яй, ну чё ж, будем объезжать через левый ряд. Опять столпотворение. Да, перекрыли. Ладно, хоть здесь автобус уходит направо. Здесь полполосы перекрыли. О, какой тут скверик, как красиво сделали. Ох, а тут и пруд. И водопад. И беседка такая на воде. Ну вообще прям райское место. Тут, наверное, санаторий какой-нибудь. Церковь Преображенская направо. А слева красиво у нас оформленный магазин Пиза. Пиза Экспресс. За ним Пятерочка. Здесь у нас
память воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. И доезжаем мы как раз сейчас до той пробки, которую нам рисует Яндекс.Карты. Но здесь она всегда, здесь через переезд самое проблемное местечко. Давай, Дав, проходи. Потому что загородил ты пол дороги. Эх, не войдет. Не войдет. Нет, пошел. Я думал, сейчас на бордюр залезет. Только с двадцаткой пришлось ему очертить асфальт. Вот как раз это тот Дав, которому я кричал по рации, у него в прицепе нет воздуха. Едет прицеп, трясется как мандражный, то есть на стаканах прыгает. А вот она как раз дорога, откуда выходит скат. Здесь выстрел из колейка, и колейка немалая, поэтому мы немножко пошли другим путем. Я думаю, что сделали правильно. Толкаемся мы. Я же бедный закружился. Навигатор. В какую, говорит, сторону поедем-то? Ой, круги нарезает. Эй, остановись. Мы поедем, да, туда нам надо. Молодец. Но мы проехали, уже больше полчаса стоим. И проехали мы всего лишь третью часть, наверное, да? Какую третью? Даже третьей-то нету. Вот от этого как раз, от светофора. Сколько мы тут... Да, это повозло, чуть-чуть вперед, дайте, чтобы светофор проехал. Да, дела. Ну, у нас уже темнеет, конечно. Вот тык свою. Итеко, продвиньтесь, если можешь, хоть пару метров. Коллега застрял на перекрестке. Ребята, продвиньтесь хоть по метру. По метру? Это... Иди по левому ряду, тебя потом запустят. Это вот ребята, которые стоят сзади. Перекрыли там все движение. Коллеги, вперед по чуть-чуть. Эту дорогу я перекрыл. И все это из-за того, что здесь... Проблема. Сказали же, по левому ряду поворачиваете. Видите, правый занят. По левому повернули, дальше разберемся, пропустят. А он не пишется. Он перекрыл дорогу уже, ребята. Хотя бы по метру, блядь, закрыл дорогу. Ну, а здесь у нас дорожнички ямки латают. Вот я смотрю, яма, да, в ней прям лужа. Никто не слышит, наверное, да, или не хотят. Вот здесь вот лужа. Все обычно притык, просто уже сразу стоят, чтобы никто и не ловит. Сейчас положат прямо в эту воду. Ну, давай сломай, два раза заперу сделать, выйти. Да пойдет колонна. Когда здесь делают мост какой-нибудь через эту железную дорогу, я не знаю. Постоянное проблемное место. И вот сейчас, если за ним не выехать, я как раз на пешеходном переходе встану. Подождем. Здесь большие Вязьмы закончились. И мы въезжаем, ну еще не въезжаем, стоим на въезде в Малые Вязьмы. Пока стоим, смотрю, слева у нас фабрика Каркунов. Я так понял, это фабрика кондитерская. Только что-то здесь не видно никакого движения. 5 машин стоят легковых. Ее случайно не закрыли? Не попала под какие-нибудь санкции? Справа от нас тоже какое-то предприятие, смотрю, цеха большие. Да, скоро будет час, как мы толкаемся. А мы еще только полпути.
И здесь чем плохо? То, что ребята с поворота с ЦКАДа заезжают в левую полосу и пошли. А здесь перестраиваются. Получается, левый ряд идет, а право мы толкаемся. Так, а предприятие это мне подсказал Яндекс. Это Галицинский автобусный завод, который расположен на Можайском шоссе. Да, до темна-то мы сможем этот переезд пройти, нет ли? Наконец-то мы дошли до перекрестка, но от этого легче не стало, потому что за перекрестком все стоят еще к переезду. А тут еще товарищи прямо влезают в наглую. Я не знаю, вот сейчас контейнер прямо пойдет или будет тоже заезжать. Ну, вроде без поворотника стоит. То обычно тут тоже начинают друг дружке палки в колеса ставить. Так, ну что, поехали. Нет, контейнер прямо пошел. У нас здесь места хватает. На следующем повороте поверните направо. Там зебра встала какая-то на левый поворот. Наконец-то разъехались. А то я думал, сейчас и здесь еще на перекрестке встанем. Вон она поехала. Да, что-то я здесь, а, ну здесь уже другое предприятие, здесь мусоровозы в основном. Да, на часах у нас без 15:08. Открылся переезд, сейчас вот смотрю, сколько у нас фур успеет пройти. Вот одна через переезд перешла. Вот уже мы ровно час толкаемся до этого переезда. Я смотрю, сейчас одни электрички. Только откроют, две фуры проходят и опять закрывают. И это у нас дорога федерального значения. Когда сделают мост? Может, его уже где-то строят, я не знаю. По крайней мере, ЦКАД здесь, так же, как и 107-я, идут вместе. Два в одном, так называется. Так, вторая фура, смотрю, через переезд ушла. Интересно, успеем мы в этот заход все пройти? Вряд ли. Так, автовозик. Третий, значит, получается. За ним коллега на фуре. Четвертый. Так, два мелких. Пятый коллега на фуре. Ну, еще немного. Каких-то 150 метров до переезда.
5 фур, смотрю, и 5 мелких. Все, паровозик, походу, встал. Загорелся, наверное, красный. Так и есть. Вот так. Столько времени здесь горит светофор. Сейчас будем смотреть на красивые электрички. Здесь одни ласточки бегают в основном. Но это не ласточка. Это обычная, правда, новенькая электричка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 вагонов. Может, сейчас-то мы уже поедем? А нет. А это вот у нас уже стриж, наверное. Ласточки у него немножко по-другому. Мордочка. И тоже один из вагонов. Ну, сейчас уже, наверное, полетим. Нет, третья электричка. Теперь на Москву. Как они часто ходят друг за другом? Да. Ну, сейчас ждем из Москвы теперь. Хоть бы по одному пропускали тогда нас.